За главным экспонатом посетитель выставки пришел раньше всех. Осмотрелся, зашел в клетку и направился к выходу, закутав серый комочек стоимостью 30 тысяч рублей в куртку. 13 апреля 2023 года в дежурную часть отдела полиции номер 7 поступило сообщение о том, что с территории выставки был похищен кот. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «Б», часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. Ранее у безработного мужчины уже были проблемы с законом. Кот Локи породы ориентал после непродолжительного путешествия и осмотра у ветеринара вернулся на выставку. Судьбу подозреваемого в похищении решит суд. В настоящий момент он находится под домашним арестом. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.